Сердце ёкнуло. Кого Валерия винит в ДТП с сыном? Певица Валерия прокомментировала аварию на скоростной трассе М-11, в которую попал ее сын Арсений Шульгин, когда вместе с друзьями ехал в Санкт-Петербург. Сын Валерии попал в страшное ДТП. Артистка рассказала, что знала о планах сына с друзьями отправиться в северную столицу, но не восприняла их всерьез. «Я подумала, что если решат, то утром сообщат», – отметила она. О том, что сын уже в дороге, певица узнала, когда утром в воскресенье заглянула на его страницу в Инстаграм. «У меня прям сердце ёкнуло, потому что я понимаю, что дорога жуткая. Набираю ему, а он говорит: «Все нормально, я губу разбил». И тут я понимаю, что произошла авария», – приводит слова певицы телеканал РЕН-ТВ. «Как-то вот прям чутье у меня было. Я позвонила ему через 5 минут после аварии», – добавила Валерия. Она рассказала, что ребята просто хотели провести выходной в Петербурге. «Мы, конечно, говорили, что было бы хорошо пообедать вместе. В итоге обед состоялся, но все покалеченные были, травмированные. Ничего веселого», – сказала певица. По словам Валерии, Арсений планировал познакомить ее со своей новой девушкой, которая в момент ДТП находилась за рулем и сломала руку. «Не так я себе представляла наш семейный обед. Все в стрессовом состоянии», – посетовала певица. Им, конечно, оказали помощь. Сделали все рентгены. Все достаточно грамотно. Спасибо врачам. «Девочки в Москве будут уже делать операцию», – сказала Валерия. Напомним, автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области. Артем Клюшин, знакомый Шульгина и очевидец аварии, объяснил ДТП ужасной погодой, мокрой трассой. Продюсер Иосиф Пригожин, муж Валерии, уточнил, что Арсений разбил губу, а его девушка сломала руку.